Так, сейчас я гитару включу, попробую поиграть. Добрый вечер. Меня зовут Людмила Щербакова. Христос воскресе. Воистину воскресе. Я спою несколько песен. Песни в основном сегодня будут такой светлой, духовно-патриотической тематики. Вот. И первая песня называется «На родной земле». Еще жива, автор стихов, очень хороший автор, Игорь Пургин, музыка моя, так «Россия еще жива». Thank you.
Россия, Россия еще жива, Россия еще жива, пока эти помнят силы. Thank you.
чует только Божья благодать. Называется «Страница». Щербакова.
Кузнецов Богдан Лавриненко, потом еще мы сам из группы «День радости» после перерыва. Сейчас у нас будет, как всегда, несколько сложная комбинация, поскольку сыграет хозяева площадки, то есть дача группы.